Доброе утро! Сегодня начинаем день с Геркулеса, с малиной и кофе. Себе взбила эту пенку венчиком этим из Икеи электрическим. И мальчишки тоже завтракают. Где маршмеллоу? Маршмеллоу нет. А тебе что надо, маршмеллоу? Мне тебе же надо. А мне же надо? Да. У нас работа кипит. А вот тут рядом. Кто? Мурашковская, 136. А, школа моделей? 137. Да, мы тут смотрим. А, или что это? Медиашкола. А, ага. Короче, ясно. Работа кипит у нас. Перебираем укроп. Завтра выходной. Я тут готовлюсь на мастер-класс. Завтра на чердаке будет мастер-класс. Я уже напекла пряничка. Сейчас их отфоткаю и в Инстаграм сразу выставлю. Все, вечер. Везу Гришку на карате и сама кое-куда сейчас поеду. Вот она жизнь-то начнется у нас в станице. Пятерочки все будут получать. Да? Круто, даже уже написали все. Короче, походу скоро открытие, да? 26-го июня. А, уже 26-го? А то говорили 21-го. Нет, 26-го. Мы с любовью едем. Будем худеть. Ну и худеть не знаю, но поднимать себе настроение точно, да? Сейчас кто-то 40 будет ехать, и мы тоже 40. Все по правилам. Я первый раз иду в эту школьную площадку после ремонта. Это уже и год, да? Да. В том же году? А я тут и не была, представляешь? Ага, тут тренажерчики, круто. Дорожка, благо тут можно теперь бежать и не спотыкаться, да? А где девочки занимаются? А мы, короче, там с девочками будем сейчас заниматься. В общем, мы с тобой после тренировки. Привет. Это круто. Еще не после, еще чуть-чуть. Да, еще чуть-чуть, но мы как бы и решили, что мы 30 метров бегать не будем. Как-то для первого раза, да? И это было круто. Красные. Браво, да? Да. Красные. Девочки там бегают 30 метров на скорость. А сейчас еще будет растяжка. А пока тут какие-то собачки. Крутые. Ну классные, да? Не прям такие дворняшки, а прям такие. Ну да, да, да. А вот это тоже какой-то, знаешь, большой чихуахуа. Да. Еще баскетбол кто-то играет. В общем, я первый раз прям рада. Это было круто. Давай их попросим, чтобы они к шести делали. Давай. Пять минут. Все, ходим сначала в подарок. А, да? А мы вообще, прикинь, тогда уехали. Ну да, то был. Кто-то в краснодарской форме, прям как у тебя. Это я был. Ты стоял там на перекрестке? Час только. Нет. Я же тебе говорю, что нет. А где наши дети? А где наши дети? Домой, мама. Не, мы сейчас уже поедем. Маме надо домой, зайчик. Тут куча-куча цветочков. Какие они красивые. Пошли? Говори девчонкам до свидания. Говори. Классная, полезная. Мы больше всех в микро. Афоня, иди сюда, родня, ловите его. Да. А дома. Сильный мальчик у меня. Yeah! Ты силач. Пойдем скорее. Мой силач. Рассказывай, как у тебя дела? А то мама тебя не видела. Тебя кто сегодня из садика-то забрал? Ну, туда Лена. Да? Да. Ты рад был? Да. Пойдем. Мама. Я? Тогда на тебе букетик. Пчела в садик прикусила. Пчелка? Куда? Ага. Пальчик? Ты плакала или нет? Нет. Ну хорошо. Пойдем. На тебе брокколи или что это такое? Фу. Можно было бы, в общем-то, и не кушать после тренировки, но я знаю, что я буду сегодня как минимум до 12, сейчас только 9 вечера. Это только минимум до 12, поэтому я все-таки ем. Творог, сметана и мед. Вкусняшка.